Всем привет! Закончился наш мини-отпуск в летней Туле. Это были насыщенные и интересные 3 дня, и мы успели все или почти все. Побывали в деревне Прилеп, в гостях у родни, отдохнули шашлыками на пруду на природе, полюбовались прилепскими красотами, погуляли по летней Туле, набережной и Кремлю, по центру Тулы с фонтанами, посетили торговые центры Парадис, Фудзоной и Гастра. Порт. Вкусно пообедали в итальянской кухне. Дошли до гигантской блохи, которую я хотела посмотреть еще с зимы. Гуляли в самый первый день по Платоновскому парку в районе, где жили, а также доехали до Ясной Поляны, где тоже мечтали побывать с прошлого отпуска зимой. И обо всем этом есть уже видео на канале. Впечатлений у нас море, Тула нравится. И мы сюда приедем не один раз. И с Рязани до Тулы или наоборот всего лишь на машине, на авто 2,5-3 часа, смотря в какую дорогу выбираешь. Дорог много, она не одна. И мы в Тулу ехали через Венёв 3 часа, а обратно долетели за 2,5 часа, немножко изменив маршрут. И ехали по новым дорогам с молодым асфальтом. В этом видео немного российских красот по пути, немного музыки. Я немного снимала и надеюсь, эту музыку не заблокирует YouTube. Сережа за рулем, чтобы я могла немножко поснимать, а Наташа на заднем сиденье. В Туле ей стало плохо от жары, всего 25-26 градусов. И вроде она в кепочке ходила, но для нас, северян, это слишком жаркая погода. В общем, мы-то акклиматизировались за 2 лета. Это 3-е лето наше в Рязани. А вот Наташа, у нее случился солнечный удар, и ехала она с мокрой повязкой на голове. Может, поэтому мы доехали до Рязани быстро, потому что хотела скорее Наташу довезти домой и положить, отлежаться в прохладе. А в целом наше путешествие было очень удачным, и оно не закончилось на этом, а планы перетекло в другое, прямо на следующий день. В какое? Смотрите об этом в следующем видео. Что-то знакомое место. Вы где-то тут вырули в другую сторону, да? Да по поводу, да, но я не помню. Воронеж-Сельмаш. Наше сельхозяйство. Stop.
Тёма, ты у нас такой красивый, переворачивала всё на свете. Это ж сколько раз ты тут это переворачивала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас даже ковры, смотри, замялись, и они даже не расправляются. Расправляются. Это Муся у нас этот порядок наводила.